Виталий, сегодня удалось вернуться в игру после второго периода, в третьем, что произошло, что случилось. Не дотерпели. Ну, игра была догола. Пропустили. Не смогли уже тогда. Старались, бились. Ну, нарывались на оборону соперника, выстраивался на синей линии. И одолевали, старались, чтобы получалось. Удалы это не пришло, к сожалению. Каждая встреча с Акбарсом шла у вас от ножа. Каких компонентов не хватило, чтобы обыграться в команду? Ну, наверное, в каждом матче отдельных компонентов не хватало. Сейчас уже не вспомнишь, каких именно. То есть каждый матч это отдельный матч от серии, который надо было выигрывать. Так что какие компоненты сейчас сказать не хотелось. Ну, наверное, забитых голов, в первую очередь, больше. Спасибо большое.